Здравствуй, Марина. Здравствуй. Здравствуйте, вы, наши дорогие любители компьютерных игрушек. Мы сейчас поиграем в игру, которая называется Outpost 13. Я слышала, шикарная игра. Серьезно? Прям слышала, что шикарная? Да. От кого это, интересно? От тебя и слышала. Да? Ну ладно тогда. Я, честно говоря, надеюсь, что шикарная. Сейчас начнем и узнаем. Интересно, а титры-то можно пропустить? Нет. Интересно, это конечно. То, должен знать. А, это знаешь, это как сериал какой-то начинается. Как сериал какой-то начинается, понимаешь? Кстати, да, это какая-то... Ну, мне кажется, это какая-нибудь не полярная, а станция на какой-то замерзшей планете. Мне хочется думать, что это так. Привет, док. Мне кажется, фен что-то подцепил. Он с трудом встает с постели с тех пор, как вернулся. Позволь мне взять образец крови для проведения анализа. Спасибо, док. Дайте мне знать, когда закончите. Ладно, фен, забирайся на платформу. Фен, это, вероятно, собака, что ли? Очевидно. Так, а как? А, о, курсор. А, вот, все, я управляю курсором. Надо забраться на платформу. Меня облучают. Сейчас я тебе кое-что дам, чтобы ты уснул. Окей. Какая-то девочка. Это, видимо, сон? Ну, нет? Видимо. Ну, я надеюсь. Пока это в стиле Mass Effect 3. Так. Ничего себе, док. Радиоуглеродный анализ показал, что этому образцу 2530 лет. Невероятно! Я передам данные. Передача данных. Перенаправление сигнала. Будет передан через неизвестное количество часовых единиц. И снова бежим за девочкой. Фен! Кричит она. Боже мой, это что такое? Ой. Фенрир! Просыпайся, Фенрир! У нас есть незаконченное дело. Гав-гав, я там вдалеке. Ты можешь лаять сколько угодно, Фенрир. А, точно. Меня слышишь только ты. Полегче, Фен, мы собираемся придержать тебя у нас ненадолго, чтобы провести еще несколько анализов. Успокойся, мальчик. Доктор Флай, пора приступать к его заморозке и транспортировке в штаб-квартиру для дальнейших экспериментов. У меня плохие новости, Фенрир, ты навсегда останешься в заключении. Теперь приготовьте транспорт, доктор Эммет. Ты явно хочешь быть разорванным на части во имя науки, Фенрир. Как только его перевезут на корабль и погрузят в спячку, я позвоню Сэри, пусть она знает, что у Фена была остановка сердца. И его тело было уничтожено, чтобы предотвратить вирусное заражение. У тебя два варианта, Фен. Вариант А. Ты позволишь мне освободить нас. И вариант Б. Нас порвут на части во имя науки. Часы тикают, Фенрир. Вариант А, клавиша А, и вариант Б, клавиша Б. Какой вариант мы выберем, Марина? Позволить ему освободить нас или порвать на части во имя науки? Я выберу вариант А, пожалуй. Господи! Приближается буря, Фен. Господи, она зомби. С ума сойти. Окей. Неплохо вышло, а? Либо мы, либо они, Фенрир. Нам нужно поспешить и слинять, пока нас не поймали. А пока мы еще здесь, нужно поискать ключ-карту от двери среди этих останков. Ну, вариантов не очень много. Заберем с собой все необходимое. А что может нам понадобиться в дальнейшем? Да. Я что-то не очень хочу тут осматриваться. Ну ладно. Кровяка. Теперь перед нами должны открываться все двери. Одна из них здесь, поэтому мы можем выбраться. И перед тем, как мы уйдем, осмотрись и сделай что-нибудь, что нам поможет. Видишь эти химикаты, Фенрир? Смешай их, чтобы вызвать химический пожар. Собака, смешай. Вызвать химика, конечно, лапами. У нее же нет. С этого момента начинается настоящее веселье, Фенрир. С этого момента настоящее веселье. Выходим.
акт, ну, континью, наверное. Ну да. Кто ты? Фенрир, Грэхэм или мистер Мяу-Мяу Джонс? Мяу-Мяу Джонс, конечно. Конечно, Мяу-Мяу Джонс, черт побери. Они еще спрашивают. Так. Мистер Мяу-Мяу Джонс. День первый. Сохранить игру. Доброе утро, Фенрир. Надеюсь, ты хорошо отдохнул, потому что нам пора выдвигаться. Давай исследуем заставы и посмотрим, в какие передряги мы можем попасть. Карта. Ой, время-то идет, смотри. Ё-моё, какая карта. Так. Я что можно сделать? Что можно сделать? Закрыть карту можно. Вот тут ничего. Все, я думаю, что надо выходить. Мистер Мяу-Мяу Джонс. Надо периодически все-таки поглядывать. А где я? Ну, непонятно, вот. Реально непонятно. Блин. Мистер Мяу-Мяу Джонс. Нельзя зайти? Нельзя. Я думаю, что мистер Мяу-Мяу Джонс недоволен. Ну еще так, бы. Ходим. Котики не любят, когда они не могут куда-то зайти. А, смотри, мне показывают, как бы выделяют локацию, в которой я нахожусь. Поэтому можно, в принципе, сориентироваться. Инвентарь пуст. Здесь я тоже не вижу, чтобы можно было что-то подобрать, поэтому мы просто выходим. Там можно было пойти с центра локации вниз, либо вверх. Мы сейчас воспользуемся как раз этой опцией. Мистер Мяу-Мяу Джонс, продолжите движение. Я думаю, что пойду вверх, там меньше пространства. Так. О. Окей, 30. Что? Что такое 25? Это что, типа, время кончится, что ли? С пылесосом можешь хоть подраться. Ну, зашибись. Сейчас такой проигрываю. А что будет, когда кончится время? Я не знаю, он уснёт, может быть. Или его начнут ловить, как вариант. Лучше вернуться на всякий случай, что как-то сыкотно. Что? Ну-ка. О, да, я вернулся. Залезть в вентиляцию. О, это что такое? Кому в комнату пойти? Это вот я сейчас в своей комнате. Давай пойдем к этому ученому в комнату. Ой, ё-моё. Такие глаза торчат. Не понял. Я же заказал, чтобы к тому ученому пойти. К этому что ли? И чё? Вот она с котиком. О, так вот он, точно, это же комната, так используем. Да. Подожди, ну тут везде закрыто, видимо, надо найти, где открыто. Подожди, секундочку. Голая баба, смотри. Так, о. Ты еще что за нах? Я не знаю, это женщина, которая живет с андроидом, с роботом. Так, ну походу тут нигде нельзя ничего сделать. На текущий момент, по крайней мере, я не вижу здесь возможности что-то сделать. А выйти можно и выйти нельзя? Нет, нет. Что за... Держите этого маленького уродца подальше от меня. Интересно. Что-то я не понимаю. Давай поищем, где еще кто-нибудь спит. Может, там что-нибудь можно услышать. Пока они спят, но у этого ничего нет, только постер с голой бабой. Эти вообще двое ученых живут вдвоем. Ну это понятно, сожительствует с роботом. Так. Понятно ей. Ему. У нее такая повязочка на глазке. Угу. Так, черный нет. Белый нет. Ну все, я что-то чувствую, что мне просто ждать надо. Засейвимся на всякий случай. Так. А, во, все, следующий день начался. Ночью я ничего не добился, никого, черт побери, не убил. Идем вниз осматриваться. Так, сюда можно, нет, нельзя. Эти роботы меня смущают. Mm-hmm.
Хорошо. Ой, что это такое? Войти? Так, меня беспокоит вот здесь вот, вот, это, вот эти вот шкалы. Ой, мужик. Бородач. Ага. Так, подождите-ка. Вот это становится интересно. Мне кажется, я должен какие-то подлянки устраивать. Думаешь? Так. Enter. Хонгхорн. Блин. А, я могу опустить ее. Так. Не получается. Так. Но это почему-то не работает кнопка, я не понимаю, почему она не работает. Мне кажется, мне нужно как-то устранить одного из них, чтобы убить второго. Возможно. Это, вероятно, потом можно будет сделать. Ладно. В кафе. Кафе. Так, тут тоже в кафетерии можно что-то сделать. Я бы отравил пищу. Если бы мог. Да. Ну, привет. Что такое? Меня выгнали. Меня сразу выгоняют, типа, что ты тут делаешь, кошак драный? Обидно. Я бы на месте котика такого не простила. И я не прощу. Обращения с котиком. Поверь мне, и я не прощу. Так, вниз посмотрим, что... А, ну тут коридор, скорее всего, просто. А, ну правда, из этого коридора вон можно в медбэй попасть. Медикал бэй. Ой, боже мой. Копаться в мусоре. Опа, я какую-то ампулку нашел. Как ее можно использовать? Интересно. Так. Science Lab. Посмотрим. Кажется, я тут уже был. Какой-то мозг у них там в банке. Ученый, что с них взять? Мозги в банках. Прочая ерунда. Так, не понимаю, если я сейчас... Из инвентаря непонятно, как использовать. Так, ну ладно, я его как бы отвлек, но толку-то я вот тут не могу ничем воспользоваться. Все. О! Так, подождите. То есть у них есть, возможно, смотри, возможно, у них есть какой-то распорядок дня, согласно которому они перемещаются, и я могу их на этом деле подлавливать. Так. То есть я, допустим, запомню, да, что он там в какой-то момент уходит откуда-то, да, и я такой раз и ловлю его на этом. А это что, выход вообще наружу? Ага. Похоже на то. Блин, в гараже все-таки надо попытаться его убить. Каким-нибудь образом. Ну да, еще попыточку совершу. Все, выгнали. Убирайся оттуда, Фен. Прокричали меня. Почему Фен? Ну, ты потому что мистер... это же... Ну да, я мистер мяу-мяу. Как-то там, не помню. Обидно. Никого не убил. Ну, серьезно, я думаю, что это такая, как бы, знаешь, головоломка квестовые убийства такие. Вот. Возможно, да, возможно, еще по, жанр. Возможно, еще по таймингу. Вот я не уверен, но возможно, еще по таймингу. Ну, это мое предположение, да, которое я высказал. Не, ну не просто же так здесь часы, ну, да, данные мне тебе. Это, мне тоже кажется, что не просто так. Слушай, у меня, по-моему, заглючила эта карта. Да, смотри, у меня карта заглючила. Она показывает меня не там, где я есть на самом деле. Если ее выключить, снова включить. Глючит.
Ну, бывает, но это жизнь. Заглючила карта. Слушай, ну я думаю, что на этом, собственно, лучше завершить знакомство, потому что вряд ли я, к превеликому сожалению, смогу кого-нибудь убить в ближайшее время. Но я вынашиваю дьявольский план, тем не менее. Собственно, Outpost 13, ребят, все ссылки в описании.